Робототехника, промышленный дизайн, 3D-печать и другие новшества среднего образования. Точка роста в школе имени Федора Крайнова появилась, по признанию педагогов, неожиданно, но сразу же стала точкой притяжения и для детей, и для взрослых. Сначала было ощущение, как это все освоить, охватить, но со временем поняли, что охватить можем все, выучить можем все. Дети с удовольствием, с огромным удовольствием и интересом приходят. Для них это тоже новое, интересное. Пытаемся осваивать, пытаемся достигнуть новых каких-то вершин. Перед тем, как начать учить детей, сами прошли подготовительные курсы в Чебоксарах. Помогали и школьники с современной электроникой, подрастающее поколение на «ты». Особый восторг, конечно же, очки виртуальной реальности. Целый новый мир и не один. Виртуальная реальность помогает нам быть там, где мы не были, где не можем оказаться. А нет такого опасения, что виртуальная реальность заменит нашу действительность? Ну, если человек независим, то может быть. В дальнейшем не просто погружаться, но и самим программировать, а еще исследовать открытое пространство с помощью квадрокоптеров. Компетенции будущего соседствуют с необходимыми навыками. Теперь научиться оказывать первую помощь поможет не только учительское красноречие и отработка на соседях по парте. Ну и так, 3-4 раза. Пока он не реанимируется или не сломаем ему грудную клетку. 24 сентября – общий старт. Все ульяновские точки роста работают по единому стандарту. В Тушне на воплощение проекта потребовался 1 600 000 рублей. Конечно же, функций у центра очень много, но на первых 6 лет мы ставим следующие функции нашего центра. Это, во-первых, развитие шахматного образования, это вовлечение педагогов и учащихся в проектную деятельность. И, конечно же, содействие российскому движению школьника в том уровне, что каждый учащийся повысит свою социальную активность. Появление точек роста не только уравнивает доступ к передовым образовательным технологиям городских и сельских школьников. Центры помогают выявить таланты и развить их. Помимо охвата обязательной программы по ОБЖ, информатике и технологии, это еще и внеучебная деятельность. В планах Тушнинской школы в осенние каникулы организовать профильную смену «Юные гении». Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.